Что творилось на гостевой книге официального интернет-сайта команды «Крылья Советов» после финального свистка, трудно передать словами. Нет, нецензурной брани или огульных обвинений практически не было. Были боль и отчаяние. И, кажется, не столько из-за самого факта вылета из Лиги Европы, сколько из-за того, как это сделали волжане. Комментарий такой, что мы проигрываем сами себе. То есть мы забиваем в одни ворота, мы забиваем в другие ворота. Мы полностью контролируем ход матча и за 2 минуты полностью сами себе же проигрываем матч. Вот. Поэтому это, конечно, ситуация, которая, ну, скажем так, не очень приятна. В ответном поединке начиналось все для крыльев очень даже неплохо. Пусть большого количества по-настоящему острых моментов из подавляющего территориального преимущества в первом тайме выдавить не удалось, получилось сделать главное – забить неприступным ирландцам. Не столько за счет коллективных действий, сколько за счет индивидуального мастерства. Бобер, видимо, устал наблюдать, как его партнеры взламывают насыщенную оборону гостей, и на 41-й минуте решился на дальний удар. Вратаря Сент-Патрикс Атлетик такой поворот событий застал врасплох. Во втором тайме на авансцену вышел Савин. Словно давая понять, что долгое пребывание в тени большого Яна его не сломало, нападающий отметился дублем. Сначала замкнул прострел Калачева, опередив при этом проворных ирландцев. А затем, выйдя один на один, продемонстрировал настоящее хладнокровие. 3-0. Кто бы мог подумать, что самый счастливый человек на поле через полчаса станет одним из самых несчастных. Чем мне не тыкаешь, сказал, что сами себе придумываем поражение. Он прав, конечно же. Ведь отвести 3-0 и упустить победу – это где-то ненормально. И, ну что, жизнь продолжается. Впереди «Локомотив» через 3 дня. Поэтому тяжело, конечно, всем и команде, и болельщикам. Ну а что делать? Опустить руки и, не знаю, зарыть голову в песок. Естественно, этого никто делать не будет. И будем проявлять характер. Я считаю, что сегодня характер был, но, видимо, Бог нам дает серьезные испытания. И я уверен, что наша команда их вытерпит. Но в те минуты Самара ликовала. Без двух самых дорогих легионеров, Коллера и Ерошика, один из которых в самое ближайшее время может покинуть крылья, помолодевший состав летал по полю. Летал недолго. Все, что происходило на стадионе «Металлург», начиная с 72-й минуты, осмыслению практически не поддается. Сначала реализация не самого обязательного штрафного удара привела к автоголу. Мяч в собственные ворота срезал все тот же Бобер. А спустя 7 минут крылья позволили ирландцам отквитать и второй мяч. Благодаря голове О'Брайена Сан Патрикс заполучил необходимое преимущество по итогам 2 встреч. Lost forward. Absolutely fantastic. У меня буквально нет слов, это абсолютно фантастично. Possibly the best result in the club's history. Наверное, это самый лучший результат за всю историю клуба. 3-2. Более чем грустная победа крыльев. За 18 минут команда потеряла путевку в Европу и последние капли доверия болельщиков. Впрочем, если соблюдать формальности, команда Леонида Слуцкого прервала затяжную безвыигрышную серию. Но надолго ли, станет известно уже в воскресенье в поединке с набирающим ход столичным «Локомотивом». Данил Рыбалко, Сергей Ерошев. Футбол России.